Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре проект Google 3x по заработку криптомонеты Tron. Это инвестиционный проект, а значит все инвестиции в интернет, в онлайн бизнес связаны с риском. Регистрация наипростейшая. По мобильному телефону прописываем или цифры, похожие на мобильный телефон, пароль, повтор пароля, invite код, вставляем буквенно-цифровую капчу, нажимаем зарегистрироваться. Ну и вход соответственно по телефону и паролю. У меня пароль прошел один и тот же. И вот так вот он выглядит. Попали мы в home. Домашняя страничка. Значит, это майнинг, это финанс. По трейдингу у нас с депозита будет капать 8,2%. Далее здесь инвестиционные планы. Это уже по желанию. Я работаю только на майнинге. Кому интересно, посмотрите. Вкладочка Share. Находится реферальная ссылочка. Кликаем, ссылочка копируется. Ну и майн. Ну, это бонус у меня о чем. Значит, майнинг. Это инвестиции. Вот инвестиции, наверное. И минимальный депозит здесь от 5.3x. Кликаем депозит. Трансфер to майнинг аккаунт. Кликаю. И вот здесь вот бледно. Адрес кошелька. Минимум 5.3x. И депозит обрабатывается от 5 до 10 минут. Кликаю. Адрес скопировался. Перехожу в кошелек. И отправляю, вставляю адрес. Я закину на пробу 10 монет. Ждем. Обязательно проверить. 10 монет мы их отправились. И вот здесь кликаем перезарядка. Обязательно. Давайте теперь пройдемся по вкладочкам. Это вкладочка «Вывод». Кстати, вот здесь, ребятки. И вуаля, русский язык есть. Можно вот так сделать. Это депозит я вам показала. Вывод позже покажу. Вот это я не знаю, что это такое. А, это у них есть презентация и всякая такая фигня, это можно ознакомиться. Вот. Как они тут зарабатывают. Это все. Ой, здесь всего много. Посмотрите, если будет интересно. Команда. 3 уровня партнерская программа. Список прибыли. Вот 3000 вот от майнинга, типа того. Так, инвестиционные ордера я, как я рассказала, только на майнере. У меня нету ничего. Перевод на базовый. С финансового вот, счета можно переводить на майнинг. Сюда прописываем сумму. Пароль у меня стоит по умолчанию. Кликаем подтвердить. Доля — это реферальная ссылочка, как я уже говорила, и уведомления. Здесь вот новости, как бы это все можно изучить и посмотреть. Ну и выход. И как видим, монетки мои поступили. 10 монеток, 10 3x майнинга. Я могу проверить на вывод.
Значит, стартовал проект на днях, так как еще информации об этом проекте не было. Появилась информация от Google Trends только вчера вечером. Вот. Значит, сюда я вставляю сумму 0.82. Мой ежедневный лимит. Также майнинг и финансовый счет. Если у вас будет что на финансовом счете, можно выводить без ограничений. 0.82. Здесь после нуля кликаю, ставлю точку обязательно. Иду. И беру адрес кошелька. Копирую. Пароль. Сюда. Адрес кошелька. Подтверждать. Окей. Идем в кошелек. Обновляю. Так, туда как монетка придет, я продолжу видео. Буквально секунд 10-20 где-то так прошло. И монетка моя поступила на кошелек. Вот они, 0.82 3x. Вот такой вот проект. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.